Друзья, привет! Мы с вами в русском лесу. Зима, февраль, 2020 год. Вот такие сосны здесь растут, довольно-таки хороших диаметров. Ели, ну, в основном сосны. Значит, минус 15, погода отличная, солнечная. И нам еще идти вот по этой протаренной дороге где-то около 3 километров. В общем, двигаемся дальше вглубь. Друзья, вот мы уже доходим до серьезных стволов. Вот эта сосна порядка 1,20–1,30 метра в диаметре. И такие деревья уже используются для производства действительно элитных домов, таких как, например, Post & Beam.